Цивильском районе прошли тренировочные занятия. Сотрудников силовых ведомств отрабатывали навыки десантирования. С небес на землю. Спуститься из движущегося вертолета Ми-8 – одно из самых сложных заданий, которые выполняют бойцы. Но без этого никак. Беспарашютное десантирование считается универсальным способом для оперативной высадки в условиях, когда даже приземление вертолета невозможно. Понятно, что этому нужно обучаться. Обязательный инструктаж, проверка снаряжения, отработка ряда элементов на земле – мелочей здесь не бывает. Десантирование будет проводиться различными способами. Это и способом штурмовым, в полете, на небольшой высоте. Это и с помощью системы, и с помощью каната. То есть все эти навыки, они необходимы нам для выполнения наших служебных задач, как на нашей территории, так и на территории Северо-Кавказского региона. При зависании вертолета на высоте 30 метров бойцы высадились на местности в полной экипировке, а после заняли позиции для выполнения условных боевых задач. Для многих молодых людей подобный опыт был первым, но чувство страха, по их словам, никто не испытывал. Чувство было собранности, теорию мы изучили, теперь осталось закрепить только на практике. С подготовкой спецназовцам помогала единственная девушка-пилот в Росгвардии, уроженка Чувашии Анастасия Апосейкина. Пойти на службу она мечтала с детства. Два раза в год мы проводим десантно-штурмовую подготовку с подразделением специального назначения. Мы летаем по всему Приволжскому округу. Это Самара, Ульяновск, Ижевск, Киров, Татарстан, Чувашия. Учения проходят в любую погоду. Такие навыки помогают ориентироваться даже в непредвиденных ситуациях.